Баксю. Это смарт-сумка, которая может самоочищаться и чистить все, что в нее попадает. Для этого BaxYul использует ультрафиолетовый свет и озон, убивая бактерии и запах одним нажатием кнопки. Каждый цикл очистки занимает 35 минут, после чего озон трансформируется в кислород, а запах внутри сумки становится приятным. Управление BaxYul осуществляется с помощью приложения на iOS и Android. Через него пользователи будут получать уведомления о завершении процесса. По предзаказу такой необычный девайс можно приобрести за $229. Rebirth. Это изобретение представляет собой беговой тренажер, скрещенный с аквариумом или джакузи. На дне большой эргономичной чаши с водой установлена самая настоящая дорожка, а на одной из стенок — футуристическая приборная панель со всеми важными показателями. Тренировка заключается в том, чтобы бегать, преодолевая сопротивление жидкости. Аппарат минимизирует вредную нагрузку на организм. Когда человек бегает по грудь в воде, его вес сокращается на 80%, и возникает практический эффект невесомости. На данный момент стоимость такого тренажера не сообщается. Smart Shoe. Главным преимуществом этих кроссовок является способность согревать ноги человека в холодное время года. Кроме того, кроссовки умеют подсчитывать количество шагов и рассчитывать количество сожженных за день калорий. Шнурков как таковых здесь нет, однако они умеют сами затягиваться на ноге с помощью специального механического привода по команде со смартфона, связь с которым осуществляется по Bluetooth. В передней части обуви находятся небольшие светодиодные фонарики, которые позволят освещать дорогу перед собой в темноте. Стоимость пары умных кроссовок составляет $450. Trego. Не так давно общественности был представлен трехколесный велосипед для взрослых. Он совмещает в себе отсоединяемую тележку, способную перевозить груз весом до 25 кг. При этом транспортное средство не лишено маневренности, присущей обычным собратьям. Переднее колесо велосипеда здесь заменено двухколесной тележкой, выполненной из легкого и прочного алюминия, куда можно поставить ящик, коробку, сумку. Разработчики уверены, что такая маневренная модель обязательно понравится курьерам, домохозяйкам, людям пожилого возраста и всем тем, кому нельзя носить тяжести. В рамках предварительного заказа Trego предлагается за $635. Скоркл. Новинка представляет собой баллон со сжатым воздухом. Особенность конструкции в том, что наполнять баллон воздухом можно самостоятельно при помощи насоса. Конструкция приспособления проста. Это удерживаемый ртом небольшой баллон с системой клапанов, обеспечивающий работу по принципу «дыхание по требованию». В зависимости от активности ныряльщика и его индивидуальных данных, запаса должно хватить на 10 минут дыхания под водой. Скоркл оснащен индикатором давления, помогающим определить остаток запаса воздуха. Стоимость такого девайса по предзаказу составляет $200.
GoDuo. В отличие от обычных стереоколонок, GoDuo могут работать без проводов по технологии Bluetooth. На достаточно большом расстоянии друг от друга GoDuo могут выступать в качестве отдельных колонок, а будучи спаренными, они создают непревзойденный громкий стереозвук, работая долго благодаря отличным аккумуляторам. Магнитные основы позволяют прикрепить колонки GoDuo друг к другу или к любым металлическим поверхностям. GoDuo водонепроницаемы, удароустойчивы и идут в комплекте с чехлом, благодаря чему их легко и удобно переносить. Колонки доступны по предзаказу за $79. BeastGrip. Это первый универсальный адаптер объектива и установка для съемки со смартфоном. Устройство использует запатентованную конструкцию регулируемых зажимов, которые адаптируются к любому телефону. Продукт можно использовать в качестве базовой треноги, удобной рукоятки или многофункциональной профессиональной установки для камеры. Здесь предусмотрена резьба 37 мм под объективы и светофильтры, холодный башмак и 5 стандартных креплений для штатива. В дополнение к этому девайсу идут несколько конверсионных объективов и адаптер DOF для использования с зеркальными объективами. Приобрести базовую версию такого набора можно по стоимости $278. Cosmo Connected. Попал в аварию, Cosmo Connected свяжется с экстренными службами и оповестит их о происшествии. Для начала использования владельцу нужно связать Cosmo Connected со своим смартфоном. Стоимость гаджета составляет $80. Beaky. Этот робот-дрон развивает скорость до 0,5 метра в секунду и выдерживает погружение на глубину до 60 метров. Управлять его движением можно в приложении для смартфонов или с помощью специального пульта, работающего под водой на расстоянии до 10 метров. На корпусе есть пара фонариков для съемок на глубине, куда слабо проникает солнечный свет. Встроенный GPS-модуль позволяет возвращаться в исходную точку при обрыве связи. Полного заряда аккумулятора хватит на 90-120 минут работы, а все материалы сохраняются во внутреннюю память объемом 32 гигабайта. Фирменное приложение совместимо с Android и iOS. Подводный дрон можно заказать за $600. Jabi. Эта игровая система состоит из физического контроллера оружия и управляющего им приложения, связанного с ним через Bluetooth. Вместо привычного геймпада детям предлагается взять в руки суперперчатку с подпружиненным выдвижным кулаком. Он имеет телескопическую мачту длиной 96 сантиметров. При ее активации энергия распрямляемой пружины равномерно гасится. В итоге в конечной точке наблюдается просто факт касания, а не полноценный удар. На всякий случай ударный набалдашник сделан мягким, а в комплекте идут детские защитные шлемы. Такой игровой комплект можно приобрести по стоимости $70.